Я бы не сказал, что я только учусь. Слушаю, записываю, смотрю. Я всегда применяю, анализирую и создаю что-то новое. Очень понравился. Вообще, мне, в принципе, нравится идея проведения таких мероприятий. Понравилось выступление Дмитрия Портнягина. Тоже, как бы, очень заметно, что он на волне, в тренде, да. И, как бы, этому всему нужно учиться. В процессе выступления спикеров, естественно, идеи возникают. Для себя делаю пометочки, что можно будет использовать в бизнесе. Вот. Ну, еще рано говорить, потому что вы выступили всего два спикера. Я думаю, что и сегодняшние спикеры, которые будут выступать позже, и завтрашние, тоже дадут нам много интересной информации. Исключительно взял. Я специально для этого приехал со Астаны. Для меня Дмитрий Портнягин – это что-то, мега-звезда, я так сказать, в сфере бизнеса. Хотелось бы, да, собственно, от него услышать пару таких хороших ключевых моментов. То есть я свое узнал, услышал, мне был полезен. Да, я готов открытым. Я сегодня даже открыл социальную сеть, страницу Instagram завел. Первую фотографию глобальную, вот, Synergy Global, это первый. Вон и фотографии стоят, твой же прогресс пошел. The builder of success.